Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy Note 20 вставить сим-карту. Нам потребуется скрепочка, либо обычная, либо вот такая вот специальная. Сверху нашего телефона находится разъем и небольшое отверстие, куда мы будем вставлять нашу скрепку. Аккуратно, чтобы не поцарапать, достаем наш разъем. Далее берем нашу сим-карту и выбираем, в какой лот хотим вставить нашу сим-карту. Которая ближе к выходу, это первая сим-карта. Это вот второй, который ближе к, не знаю, к такой металлической штучке, это вторая сим-карта. После того, как мы вставили ее сюда, вставляем ее обратно в телефон. Как вы можете заметить, меня просит ввести пин-код от сим-карты, что означает, что мы все сделали правильно, и телефон видит нашу сим-карту. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!